мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Он никого не видел, сударь. Это ж ребенок. Привиделось ему. Вот я и хочу узнать, что ему привиделось. Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Тётя привел ночью эту барышню, которая из лекарей. Очень она боялась. Говорила про страшное чудище. Ты... Откуда же я тебя знаю? А ну да, ведьмак! Иди сюда, давай выпьем. Ишь, как сбледнул. Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как королевенькие. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила.